мама самая красивая, самая лучшая на свете и справедливая. Я, конечно, когда она ругает, я понимаю, конечно, что это не специально, но все равно иногда сержусь. Ну, просто несколько дней, недель подождем, нас либо папа мерит, или просто мы меримся как-то сами. Мама может поругать за тройку, за то, что это... За то, что я там неправильно оделся. За то, что я что-то сделал на улице, переговариваюсь там с родителями, со взрослыми. Но я все равно ее люблю, да.